बोलने की, अगर बोलेगा नहीं हम आज बोलना पड़ेगा, तुम खुद देख लोगे जब हम मथुरा में रहते थे, अभी गुरुदेव तो सभी उत्सव में चांस सबको देते थे बोलने के लिए, गुरुदेव उत्साह सबको देते थे, तभी गुरु जी के पास में रह करके सब लोगों ने सीखा है कि परमेश्वर त्रिगुण में हूँ, तीर्थ महाराज, ब्रज महाराज, माधव महाराज, हैं माधव प्रिय प्रभु सिद्धांति महाराज, दुर्ग्या रहते थे सिद्धांति महाराज रहते थे वहाँ पर, इसलिए गुरुदेव ने सबको कोशिश करते थे चांस देने के लिए, इसलिए हम लोग सब प्रिपरेशन होते थे, कृष्ण तत्व आएगा सब सोचते थे गुरुदेव पहले मेरे को खड़े करते हैं, क्योंकि जो तुम पहले बोल दोगे फिर दूसरा वर्ष को द्वारा जो पहले बोल देगा ना बात को चांस मार देता है, फिर जो दूसरा बार जो तीसरा बार बोलेगा उसके लिए धीरे 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 कठिन, क्योंकि एक बात को रिपीट नहीं कर सकते हो, फिर वो सोचने लग जाते हैं हम क्या पैंट बोलेंगे, क्या नया पैंट बोले, क्या छोड़ा है, हैं उन्होंने क्या छोड़ा है, इसलिए वो सोचने लग जाते हैं। Предлог Баджаны сейчас рассказывает о том, насколько важно их петь, вообще молиться, потому что этими молитвами молились все наши святые. То есть это не наши личные измышления, а это молитвы наших святых. И мы, повторяя их, пытаемся поймать их настроение. И вот когда пришли Гуру Деви, все живы. Они тоже каждый день, два раза в день пели баджаны. Это очень важно. Thank you.
I love you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वप्रथम हरि गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सदस्य श्री श्री माधवभक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद Дорогие преданные, напишите, пожалуйста, звук хороший. Мы просто поменяли микрофон. Напишите, пожалуйста, что по поводу звука. Звука нет, я так понимаю, или что? Почему никто не отвечает? Меня никто не слышит? Когда Кришна рождается, почему Кришна приходит именно в эту Кали-югу? И есть общие причины его прихода, а есть особые причины его прихода. Итак, одна причина, Ануграхая Бхактанам, чтобы порадовать своих преданных. То есть Кришна приходит, чтобы помочь своим преданным. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, когда я дахи дхармасья, когда дхарма приходит в упадок, я прихожу, чтобы возобновить свою религию, чтобы позаботиться о садху, чтобы уничтожить неблагочестивых и восстановить законы дхармы. Говорится, что есть как бы две главных причины, две второстепенных. Кришна находится на Галоке. Почему Кришна приходит? Он приходит для своих преданных, которые совершают особую аскезу, шучичари, муничари. Хотят, чтобы Кришна стал их мужем. Но преданный, он всегда ищет встречи с Кришной, он сострадает в разлуке с ним. Если... Поэтому, чтобы благословить своих преданных, чтобы выполнить их желание встречи с Кришной, Кришна приходит. Чтобы проявить свою славу в этом мире. Чтобы лилы проявились сами в этом лиле. Потому что без этих лил человек не может получить освобождение. Итак, Кришна проявляет свои лилы, чтобы мы могли помнить о них и духовно развиваться, духовно прогрессировать таким образом. Он проявляет свою славу в этом мире. Кришна знает, что после Двапара-юги придет Кали-юга. И как бы люди в Кали-югу, они как положение очень
такое плохое. Но когда они слушают лилы Кришны, тогда все их страдания уходят. Слушая о лила Кришны, все страдания, грехи обусловленных душ, они уходят. Таким образом, Кришна он как бы уничтожает влияние майи. И те, кто пересказывает эти лилы, распространяет славу Кришны в мире, они самые лучшие меценаты. В другой шлоке говорится, вопрос возникает, кто же квалифицирован слушать Харикатху? Не каждый квалифицирован это делать. Спустя жизни, Сукрити, человек обретает особое благословение слушать Шримад Бхагаватам. Особый вид благочестия, который связан с бхакти. Человек, допустим, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, платит деньги, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре. Или там смотрит какое-то представление, фокусник показывает фокусы. И люди часами могут смотреть. А когда приходят на катху, они в какой-то момент думают, ну скорее бы уже все закончилось, скорее бы уже я ушел. Итак, интерес к этим лилам — это результат огромного количества сукрити, который человек накопил в прошлых жизнях. Поэтому не всем нравится лила катха. Поэтому здесь говорится садкарма карана. То есть человек, который обладает квалификацией, человек, который обладает как бы особым видом слушания, он может наслаждаться. Для него это будет нектаром. И приводите дальше пример. Говорится, что слава Кришна — это как святое место. Человек приходит в святое место зачем? Чтобы смыть грехи. Например, слон приходит совершить омовение. Его можно как бы пригнать в воду, загнать в воду, вымыть чисто, вычистить. Но как только он выходит, он снова качается в пыли. Поэтому, например, в Орисе многие люди приезжают в Джаганхапури на Картику. Есть люди, которые на последние пять дней приезжают к Картике. Это же не на все, а на последние пять дней. Они как бы месяц постятся, а потом домой возвращаются, там, после Картика, и давай наяривать мясо, курицу, рыбу и так далее. Месяц они не грешат, а потом возвращаются к своей прошлой жизни. Это такой процесс, это как слона купать. Или как
вырубать джунгли и надеяться, что они не вырастут снова. Животное, например, оно спасается от каких-то насекомых, забегает в воду, эти мошки сверху кружатся, пока в воде животное. Как только оно выныривает, выходит, то они снова на нее налепляют и снова пьют кровь. Также и человек, он приходит в это место, просто он на время очищается и снова потом продолжает свою греховную жизнь, снова покрывается грехом. Но катха по-другому действует. Ну что, уже ничего не сделать. Но спрашивается тогда, то есть харикатха очищает сердце от греха, желание грешить уходит. Но зачем тогда столько слава святых мест описывается в шастрах? Потому что в этих святых местах сами по себе, ну как бы, в них садху находится, и уже человек, соприкоснувшись с садху, начинает слушать харикатху, начинает очищать сердце. И на самом деле, где Вриндава, где чистый преданный рассказывает харикатху? Это даже не вопрос, чтобы ехать искать святое место. Это вопрос, чтобы встретиться с вайшнавом. Нет смысла ехать в место, где нет вайшнава. Человек может потратить кучу денег, содрать ноги, идя к какому-то святому месту далекому. Но там не будет харикатхи, поэтому это будет неэффективно. Где настоящее святое место? Где звучит харикатха? अगर कोई एक बार कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी नदी में अगर कोई डुबकी लगाए तो कैसे बोले श्रोता जली रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासना. उदाहरण दिया है कि ये कान को एक अंजलि, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, अंजलि में भर भर के हम पानी पीते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति ये कान को देखो, इसका आकृति कैसे दोना जी. Наши уши, они как эти, как чашки. Говорится, нужно из ушей сделать чашки. И тот, кто ушами своим пьет харикатху, материальные желания такого человека уменьшаются. Вишвана Чакратакур, он очень много хороших комментариев пишет на эту шлоку. Он говорит, что если хотя бы раз человек прослушает харикатху, как пьет нектар харикатхи, то он не захочет возвращаться к прошлой греховной жизни. И он говорит, а если человек продолжить непрерывно пить нектар харикатхи, то я даже не могу сказать, какую удачу он обретет.
लेकिन जो व्यक्ति इन्हीं हाथों से ठाकुर जी को सेवा करते हैं, बोलो भैया उसकी महिमा हम क्या बताएंगे। अगर कोई प्यार से कोई मंदिर परिक्रमा करते उसका तो महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं। बोले जब कृष्ण कथा एक बार सुनने से इतने मर गए और जो हर समय सुनते रहे और सारे इंद्रियों को कृष्ण कथा में कृष्ण सेवा में लगा करके रखे। Что уж говорить о том, чтобы непосредственно служить Кришне, если просто слушать о нем. Такая удача. Кто-то слышит харикату, очень удачно. И сейчас мы... Сейчас народ на Прабу продолжит рассказывать. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरु पार्षद मित्रिका प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज मित्रिका प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी अहितों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। Также всем собравшимся, Вайшнаве, Вайшнаве, мои поклоны, Нараяне Госвами Махараджи, Паму, Гуру, Вигьян, Бараси Госвами Махараджи, также Паму, Госвами Махараджи. और संजय प्रभु और यहाँ पर उपस्थित अन्य समस्त वैष्णव वैष्णव सिद्धार्थ महाराज वैष्णव प्रभु सज्जय प्रभु ये всем собравшимся मंगलारती के बाद महाराज जी ने कुछ बोलने के लिए बोला तो उस समय मैं तो कोशिश कर रहा था कि मैं भी कोई सामने ना आऊं मुझे महाराज प्रसन्न यार उसका इसने मुझे हरिगत ही लेकिन सुबह मुझे बोल दिया मंगलारती तो Я старался как бы избежать это, спрятаться. Когда я жил в Фаридабаде, Шилок Нарайан Госвами Махарадж всегда говорил, на день ухода Рупы Госвами, мы должны предложить ему что-то, да? Если у нас нет цветов, то мы можем на словах выразить свою благодарность. लेकिन तब भी अगर नहीं देंगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कौन होगा। इस कारण जो हमें कथा बोलना आता नहीं है, हमें ढंग से कथा बोली आती नहीं, लेकिन तब भी क्या करेंगे, जो सुना है उसी को ही वापिस तो आएंगे और उसी की तरह क्या करेंगे। जिनकी तिथि है उनके चरण में पुष्पांजलि देंगे और जिन्होंने आदेश किया कथा करने का उनकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। इसी कारण से Поэтому, когда такая возможность представляется, мы должны использовать шанс как бы слушать о славе Вайшнава и прославлять Вайшнава, чтобы этот круговорот продолжался. Поэтому то, что я услышал от Вайшнава, я попробую сейчас пересказать. Сейчас месяц Картика. Почему этот месяц называется Картика? Я слышал, что... Картика Деви, дочь. Э...
कार्तिक महीने में ही हमारे प्रभु जी ने हमें तो लिया, तो это месяц мастер храни, а мастер кирти до поэтому Картика. उस समय ये मैं सिखाया था कि कैसे हमें रूप गोस्वामी पाद कृष्ण से कैसे प्रार्थना करनी है. Шлоки вот Каликовал и Тиара Рупа Госвами. क्या प्रार्थना करनी है? Показывает нам, как молиться Кришне в храме. Это дочь Рупы. पहला श्लोक था प्रणिपत्ते भवत्सव. Первый श्लोक говорится. Шупалендра Кумар Какуби ब्रजजौवत मौले मालिका करुणा पात्रमेवम जनम करो. इसमें रूप गोस्वामी पाद अपने मजलिस रूप में क्या बोल रहे हैं? इस रूप गोस्वामी говорит पशुपाल इंद्र कुमार स्वयं फॉर मंचारी नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनके चरणों में प्रणत होकर काकु वाणी से पशुपान क्या कर रही हूँ प्रार्थना कर रही हूँ मुझे на... क्या करे वो जो ब्रज रमणियों के शिरों में राधा रानी है. Здесь говорится, что я молюсь उनकी मुझे कृपा पात्री बना रहे. То есть, Кришна, пожалуйста, сделай меня получателем милости Шримати Радхарани. मैं आपके चरणों में प्रण होकर चाटू वाक्यों से क्या प्रार्थना करती हूँ? यही मजलिस रूप में बोल रहे हैं उसमें कह रहे हैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो बकासुर का वध करने वाले कृष्ण है उनकी मुझे स्वतंत्र रूप से कृपा नहीं चाहिए. वो जब कृपा करे तो मुझे आपकी जानकर ही कृपा करे, स्वतंत्र रूप से मुझे उनकी कृपा नहीं चाहिए. ऐसी वाली प्रार्थना हमें करनी चाहिए. और दूसरा, ये तो दो श्लोक मन में आ रहे थे, उसमें बार बार हम स्मरण बोलते सुबह उठ के मंगला आरती के बाद यदि बोर्ड में श्लोक लिखे होते थे हरे कृष्ण दूसरी ओर हमारे महाराज जी त्रिदा प्रवेश श्री शिव भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वो कहते थे कि भगवान वो है जो सप्तमे कौन है भक्ति भक्तिवान. और भक्त क्या है? भारती गोस्वामी महाराज को वरित अर्थात भगवान का एक ही कार्य है सप्तमे भक्तों की सेवा करना, उनकी महिमा को जगत में प्रकाशित करना और भक्तों के लिए सब कुछ करना. और भक्तों का क्या कार्य है? सप्तमे भगवान की चिंता, उनकी सेवा सप्तमे रस. इसी को समझाने के लिए बहुत सारी बातें उसी को रिपीट करने का प्रयास करता हूँ. कैसे भगवान भगवान भक्तिमान है और भक्त भगवान भक्तिमान है, तो उसमें जैसे जैसे हम क्योंकि मैं श्रद्धा नारायण गोविंद तुम्हारे सफाई में सुनता बीच बीच में उनका जो भी मिक्स होगा सब बोलूंगा, बाजू महाराज जी का भी उनका भी और प्रभु जी का भी जो मैंने सुना बोलूंगा. तो उस समय जैसे हमने ब्रीद भागवत अमृत पढ़ रहे थे तो उस समय आया था कि एक так сейчас у нас переводчик на английский язык принимается. Просим прощения, пожалуйста, за технические неполадки, потому что наш хороший переводчик пришел чуть позже, но мы отдали русскому мальчику. Вот сейчас все начнется. जो कृष्ण सहस्त्र नाम है उसमें एक कृष्ण का नाम दिया गया सर्व, सर्व मतलब कृष्ण. इसे सर्व देवमय गुरु कृष्ण मैं वैसे सही दिल से चाह रहा हूं, потому что चार सर्व देवमय सर्व значит обитель всех полубогов, а также сарва указывает на Кришну, на все активности и все действия Гурудева, они полны славы Кришны. Все, что делает Гурудев, он делает только для того, чтобы прославить Кришну. Радика называет Ачарья Ужвала Раса. Все ее действия только для того, чтобы служить Кришне. И поэтому ее называют Сева. Конечно, это выглядит, что иногда Кришна, иногда Радика заставляет, внешне выглядит, что иногда Радика заставляет Кришну служить себе. Вот, например, на Севакунже Кришна массажирует стоп, Кришна массажирует стоп Радхарани, украшает его на Шингарвати. Кришна всегда хочет служить. Кришна всегда хочет служить преданным, а преданные всегда хотят служить Кришне.
когда мы читаем Бхагаватам или Гиту, говорится Бхагавану Вачи. Лила Кришна – это необычная лила. Это не лила обычного человека. И у этих лил проявляется его качество Бхактаватсали. Это качество того, кто любит своих преданных. В чем же желание Кришны? Кришна думает, все служат мне. Но у них нет желания, чтобы я служил им. Но я хочу им послужить. И у Кришны всегда есть это желание, что я хочу послужить своим преданным. И Кришна иногда испытывает боль даже от того, что он не может послужить своим преданным. И чтобы избавиться от этой боли, Гопи позволяют ему служить себе. И Радхарани в том числе. И то, что ради принимать служение Кришне, это также ее служение Кришне. Доказано, что все Гопи только для того, чтобы служить Кришне. Даже когда Радика погружается в ревнивый гнев, кажется, что Радика настолько горделивый, что погружается в ревнивый гнев без всякой причины. Но Лалита Гуру Шримати Радхарани, и эта Лалита учит ее. Лалита говорит ей, ты должна проявить гнев. Радика отвечает, нет, я не могу проявить гнев. И даже ревнивый гнев Радики только для того, чтобы порадовать Кришну. Когда Кришна, например, уходит к Чандравале, и Радхарани узнает об этом, она являет маму. Но почему она ревнует? На самом деле она ревнует не себя. Радика знает, что Кришна получит больше счастья, если я буду служить ему, а не Чандравале. Поэтому она злится, что Кришна ушел к Чандравале. Не из-за того, что у нее чувство собственности Кришны, а из-за того, что она знает, что она может лучше послужить, чем Чандравале. И Гопи готовы отправиться в ад, чтобы служить Кришне. Но Кришна уходит от них. Почему Кришна уходит от Мадхуры? Во-первых, Кришна никогда не уходит из Раджа. Об этом говорит Шриман Махапрабху. Но внешне это выглядит, как будто Кришна ушел от Мадхуры. Бхагаван это Нарда Вардана, тот, кто постоянно увеличивает поток блаженства. Нарда Вардана, что ты? Говорится, что Кришна это тот, кто дарует счастье всем. Почему же он тогда уходит от Гопи и заставляет их страдать? Кришна – он источник расы, источник радости. Только он знает, как по-настоящему увеличить счастье. Он – сокровищница любви, сокровищница неиссякаемой радости. Почему же тогда он уходит и заставляет своих домоправных страдать? На самом деле Гопи начинают страдать в разлуке, даже когда они встречаются с Кришной. То есть они думают, а вдруг Кришна уйдет куда-нибудь? И уже тогда они начинают испытывать разлуку. Когда Гопи видит дерево Тамала, облако темное или реку Ямуну, то настроение разлуки, которое присутствует, оно так или иначе увеличивается все больше и больше.
То есть разлука по Кришне, любовь начинается еще до того, как Кришна уходит. И они испытывают в этой разлуке неописуемое счастье. И когда Кришна уходит от Гопи, он еще больше увеличивает их счастье от этой разлуки. Было какое-то царство, и на это царство напали, и царь убежал в джунгли. И в джунглях у этого царя выросла борода, он стал похож на садху. И люди критиковали этого царя, что его царь убежал, что его царицу взяли в плен, он ее никак не защитил. И однажды этот царь, пришел в это царство, чтобы встретиться с королевой. И он представился как гуру этой царицы. Он сказал: царица моя ученица. А на самом деле это был царь, который оброс бородой в джунглях. И когда его привели к ней, царица посмотрела на него и сразу отвернула свое лицо. И она сказала: это не мой гуру. Это просто человек полный вожделения, который хочет посмотреть на мое лицо. И тогда солдаты, царицы, они вышвырнули этого царя из дворца. Почему? Почему царица отвернулась? Потому что если бы... Потому что если бы она проявила свои чувства к своему мужу, которого увидела, тогда бы новый царь понял, что это муж. Царь, короче, который захватил это царство и начал жить с этой царицей, он бы тогда понял, что этот садху на самом деле и ее предыдущий муж. И для того, чтобы сохранить жизнь своему бывшему мужу, ну вот, который убежал в джунгли, она отвернулась и сказала, что это самозванец, чтобы сохранить его жизнь. На самом деле она испытывала к нему очень теплые чувства. И Кришна уходит не для того, чтобы замучить гопи, а для того, чтобы увеличить их счастье. Человек Мадхури продавал одежду. И люди... И однажды этот... человек в Мадхури продавал одежду, и однажды вор пришел, чтобы ограбить этот магазин. А там нет денег. И тогда вор обратился к хозяину и говорит: мне так сложно было влезть в твой магазин, ты хоть чуть-чуть бы денег оставил, чтобы я мог хоть что-то украсть. Я столько усилий приложил, чтобы вскрыть твой магазин, а там ничего нет. Мне кажется, это нечестно. И тогда этот вор... Он не напрямую говорил хозяину, он просто про себя сокрушался. Почему он его про себя ругал? То есть почему? И он взял какую-то одежду, она была обычная одежда, вот, посмотрел на нее и потом выбросил. Но он не заметил, что эта одежда была вышита золотом. Также и Бхагаватам. Бхагаватам пронизано именем Радхики. Но обычный человек это не может заметить. Даже первая шлока, она полностью скрыто описывает Шримати Радхарани. То есть здесь Прабху приводит сравнение вот этого человека, который украл одежду, думал, что она простая, выкинул ее, а она оказалась вышита золотом. Также Шримад Бхагаватам. Мы поклоняемся тому Кришне, который всегда влюблен в Радхику.
который всегда служит Радхике. И Шрила Нараяна Махарадж всегда объяснял первую шлоку вот таким образом. Я помню еще одну вещь, что Шрила Нараяна Махарадж рассказывала о Врадже. Все танцуют во Врадже, мать, отец Кришны, гопи. Но кто их заставляет танцевать? Это любовь. Кто по-настоящему царь во Врадже? Это не Кришна, не Радика, а на самом деле любовь. Любовь управляет Враджем и заставляет всех танцевать. Поэтому я попытался рассказать все, что вспомнил. Ванча Калпа, Трубнящий, Крипасинду Бевича, Патитану Павани, Бьева Вайшнава, Бина Мономаха. Так, следующий оратор. Я, к сожалению, не знаю имени этого Прабу, но наверняка он очень возвышенный, преданный. Прабху приносит свои дандават пранамы. Прабху предлагает поклон своему Гурудеву Бхактивиданте Шридхара Махараджу, Шриле Нараяне Махараджу, Свами Прабхупаде, Сандагопала Прабху, Санджая Прабху, всем вайшнавам и вайшнавам, мои бесчисленные смиренные поклоны. Когда я пришел в Бхакти, преданное служение, Сандагопал привел меня, он мне говорил, рассказывал много о вайшнавах, потому что он был связан с Мадхава-прия, Прабху, с Бхарати Махараджем. У Бхарати Госвами Махарадж, у него была одна такая природа, он каждую тему связывал с вайшнавами. Любую мирскую тему он связывал с вайшнавами. Он говорил, что мне нравится эта молитва. И когда мне было сложно, я шел к Сандагопалу, и Сандагопал рассказывал мне Харикатху о вайшнавах. И слушая это, я получал силу и энергию. Гурудев говорит, когда Махапрабху приходил к Гададхар Пандиту, Гададхар Пандит, Махапрабху говорил, я хочу услышать о вайшнавах. А Гададхар Пандит говорил, а что ты хочешь от меня услышать? Пропустили, видимо. Когда мы слушаем что-то о славе вайшнавов, мы получаем вдохновение. Когда Махапрабху ходил к Гададхаре Пандиту, он всегда просил рассказать о вайшнавах. Когда я читала Прабхупада Лиламриту, там был Тригарва Госвами Махарадж, и я хотел бы вспомнить несколько историй о Свами Махарадже, Свами Прабхупаде. Сундар Прабху, Саджая Прабху и Гурудев, они очень много рассказывали о Свами Махарадже. Это было в прошлом году.
прошлом году было трехчасовое прославление с вами Прабхупады. Я сам не присутствовал на нем, но Сундар Гопал мне очень прекрасно пересказывал и потом также давал послушать эту лекцию. Итак, прежде чем представить Вайшнава, мы говорим, а что это Рашата Шри? Шри значит качество. Среди всех качеств самое главное является Гуру Ништха. Гуру Ништха — это позвоночник Бхакти. Наша Гуру Варга, мы видим, мы видим, насколько наша ачарья являет Гуру Ништху в своих действиях. Так Шрила Прабхупада, он по наставлению Шрила Прабхупады Сарасвати Прабхупада, имеется в виду, следовал наставлениям Бхактивинода Такура. И также все наши вайшнавы. И среди них был также Бхактивинода Свами Махарадж, он также следовал наставлениям своего гуру. Когда обычный человек слушает о нем, он чувствует, он начинает понимать, что же я делаю в этом мире, я просто трачу время. Если мы посмотрим на жизнь Свами Махараджа, он отправился проповедовать в Америку. Уже в старости. У него как бы было две жизни. До поездки в Америку и после. И И человек, который описывает Прабхупаду, он говорит, что я на самом деле встречался с Прабхупадой 3-4 раза. Но это не имеет значения. Нужно стараться понять внутреннее настроение гуру. Также с вами Махарадж, он не очень много раз встречался с Сарасвати Прабхупадой. Всего лишь пару раз. И не так много они написали друг другу писем. И однажды друг с вами Махараджа пригласил его на встречу с Сарасвати Прабхупады. Мы знаем, что связь гуру и ученика, она вечная. И когда с вами Махарадж пришел к своему гуру, он сразу почувствовал эту связь. И он сразу принял его в сердце, как своего гуру. Тогда Прабхупада Сарасвати Прабхупада сказал, ты молод, ты хорошо знаешь английский язык, и поэтому ты должен проповедовать послание Махапрабху везде, по всему миру. И таким образом он в первую же встречу дал ему вот это наставление. Мы видим, что их отношения вечные. Через 2 года они снова встретились. Шрила Прабхупада, он рассказывал катху, в смысле Шрила Сарасвати Прабхупада рассказывал катху, а Свами Махарадж отправился послушать его. Сарасвати Прабхупада сказал, если ты в будущем сможешь заработать денег, ты должен их потратить на публикацию книг. И Свами Прабхупада, у него была очень сильная гуру ништха, и поэтому он до последних своих дней продолжал проповедовать славу Прабхупады и издавать книги. С вами Прабхупада, он занимался фармацевтическим бизнесом, и все деньги, которые к нему приходили, которые он зарабатывал, он тратил на поддержание своей семейной жизни, и часть денег он тратил для того, чтобы публиковать книги.
Сам Махарадж, он общался с преданными Гаудия Матха. Он рассказывал Бхагаватам, Бхагавадгиту. Он был очень умен. И тогда Прабхупада пришел к нему во сне, Сарасвати Прабхупада пришел к нему во сне и сказал: «Очень скоро ты должен принять саньясу». И тогда Свами Махарадж подумал: как же мне принять саньясу? У меня же семья». И тогда он думал: ладно, хорошо, я тогда продолжу служить. А может быть, позже. И он продолжал служить, продолжая жить в Гирхастре. Также он публиковал книги, но из семьи не уходил. Жена никогда не поддерживала его попытки заниматься преданным служением. И с вами Прабхупада, он снова и снова пытался начать свой бизнес, то есть он у него один раз прогорел, потом он заново начинал, потом опять прогорел, потом опять заново начинал, но у него ничего не получалось. Ой, кажется, у нас села батарейка. Сейчас поменяем. Итак, этот бизнес снова и снова у него прогорал, ничего не получалось. И с вами Махарадж, он потом понял, что это все план Кришны, что он почувствовал радость, что Кришна освобождает его от всяких материально привязанных. С вами Махарадж говорил, что вся эта жизнь только для проповеди. Для проповеди славы Чайтанья Махапрабху. И с вами Махарадж, он делал огромное дело, распространив это знание за пределами Индии. Он затопил весь мир этой миссией бхакти. То есть, когда в 93-м году в моей деревне был потоп, и там все смыло, но это все быстро восстановилось. Но тот потоп, который устроил с вами Махарадж, он до сих пор присутствует. И Шрила Бхактинат Нарайана Госвами Махарадж, он в 96-м году полетел на Запад, сначала в Голландию, потом в Нью-Йорк. И когда он полетел в Нью-Йорк, место, в котором Свами Махарадж начал свою проповедническую миссию, Гурудев Шрила Нарайана Махарадж пришел туда и склонился в поклоне. И он пришел, и он сказал: «Я пришел сюда, чтобы обрести пыль с лотосных стоп с вами Махараджем». Это во-первых. А во-вторых, я пришел для тех преданных, которые ждут меня. И третья причина. Потому что Свами Махарадж обещал всем преданным, что после меня скоро придет другой чистый преданный, и он поможет вам. Свами Махарадж, когда отправлялся на Запад, когда он садился на корабль, короче, он на корабле сначала отправился в Техас, потом вернулся в Нью-Йорк, и он увидел, что никто не следует регулирующим принципам, что все занимаются греховной деятельностью, что ситуация достаточно плачевная. И тогда Свами Махарадж взял караталу и стал играть в парке, и все хиппи начали собираться вокруг него, начали танцевать и плакать. Танцевали вокруг него и плакали от счастья.
И тогда они хотели что-то подарить своему Махараджу. И они предлагали ему вино в честь, ну, как бы в знак благодарности. Хотели его угостить. Но Таким образом, с вами Махарадж, он пролил очень много милости на весь мир. С вами Махарадж, у людей в сердце возбудило это желание служить. И они предлагали тогда то, что могли. И тогда эти хиппи превратились в хэппи. С вами Махарадж, он всегда вдохновлял своих преданных. И однажды с вами Махарадж со своими преданными приезжал на поезде Мама Дели, и с вами Махарадж спросил, а у нас есть храм в Дели? Ему ответили, нет, нету. Тогда он сказал своим ученикам, сходите с поезда и устройте храм в Дели. И все критиковали с вами Махарадж за то, что он привез в Индию Млечх. И тогда с вами Махарадж говорил, запомните только два слова. Он говорил своим ученикам. Игнорируйте их и следуйте за мной. Многие критиковали с вами Прабхупаду, с вами Махараджа. Но он не обращал на это внимания и помогал этим падшим душам. Наша Гуру Варга всегда пытается нас поддерживать и направлять нас на пути бхакти. Один преданный с вами Махараджа приплевал себе в руку и таким образом разводил тилок. Кто-то из духовных братьев с вами Прабхупады пришел к нему и сказал, смотри, что делает твой ученик. А с вами Махарадж сказал, ну, по крайней мере, он начал этот процесс. Через пару дней научится делать это правильно. Постепенно они всему обучатся. В 88 году некоторые ученики с вами Прабхупаду, они приходили к Шриле Гурудеву слушать Харикатху, и Шрила Гурудев также ходил в Искон проповедовать. И однажды я слышала от Санджая Прабху, что однажды ученики с вами Прабхупады спросили у Шрила Нарайана Махараджа, как нам отплатить нашему Гурудеву. Тогда Нарайана Махарадж сказал, невозможно отдать долг вашему духовному учителю, но если вы хотя бы две слезинки, если вы хотя бы две слезинки прольете в разлуке по своему Гурудеву, можно считать, что вы отдали долг своему Гуру. И однажды Гурудев спросил. Все мы знаем про нам мантру с вами Прабхупады. Гора Вани Прачарья Ме, что мне значит это Гора Вани? Один ученик сказал, Гора Вани значит проповедующий славу Махапрабху.
а что значит проповедующий славу Махапрабху? И один из учеников ответил, повторение Хари Кришна Махамантры. Махапрабху пришел, чтобы принести повторение Махамантры. И тогда Шрила Гурудев сказал, нет, Гауравани значит, значит следующее, и он произносит следующую шлоку, Рани Бхагаван и так далее. Гауравани значит, значит, вот это шлока, видимо, его значение объясняет. Объект нашего поклонения — это Шри Кришна Вавраджа. Много приходило аватар Кришны, и каждый аватар какое-то благо приносило миру и имело свою особенность. Мати, Нарисимха, Вами, Парашурама. Все какой-то особенность имели свою, и очень большое благо приносили миру. И вклад постоянно увеличивался. И вклад Махапрабху самый большой. Рамачандра проявил только Дасья Бхаву. А Кришна говорил, нам пропадете. Кришна отвечал людям в равной степени на их преданность. А Махапрабху пришел и обрел свою милость, даже недостойно греховных людей. Не нужно никакой квалификации, ничего не нужно. Он дарует любовь всем, несмотря на качество, несмотря вообще ни на что. Он дарит любовь камням, деревьям, животным. Вся Гурварга в линии читания Махапрабху, у них одна цель — проповедовать Гауравани, славу Махапрабху, послание Махапрабху. Свами Махарадж говорил только о том, что я не тело, я душа. Свами Махарадж говорил, я в соответствии с квалификацией слушателей должен проповедовать. То есть он этих хиппи научил просто основам, что вы не это тело. А затем Шрила Гурудев приехал. С вами Махарадж просил Шрила Гурудева, чтобы тот поехал на Запад и продолжил проповедь. Продолжил развитие. Поэтому Шрила Нараяна Махарадж поехал и продолжил миссию с вами Прабхупады. По его наставлению он выполнил наставление своего шикшигуру. Да. Следующий лектор. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। अभी अभी हमारे सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म Прабху Джи приносит свои бесчисленные давать пранамы своему духовному учителю Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу. Шипад Бхактивиданте Шридхару Махараджу, Шипад Санджай Прабху и всем вайшнавам и вайшнавам. Мои сердечные будут давать пранамы. Предыдущий оратора звали Радхараман. Радхараман описывал славу Свами Махараджа. И я хочу вспомнить еще одну вещь. Однажды Свами Махарадж один человек пришел. Один предсказатель пришел к Свами Махараджу, и он сказал: «Вы будете очень знаменитым». Тогда Свами Махарадж ответил: «Я даже не глядя на вашу руку, могу сказать, чем вы занимались в прошлом, чем вы будете заниматься в будущем». Рождение, рост, старость, смерть. Вы это и в прошлом делали, и в будущем будете делать. Но если вы будете слушать мои наставления, то у вас есть шанс жить по-другому. А если нет, то все будет так же. Вы будете вращаться в колесе самсары. Махарадж говорил: Кришна Катха. От слова Катхай, где? Катха — это то место, где живет Кришна. В Гопалтапане есть очень популярная шлока. Прабху ее сейчас цитирует. В комментарии к этой шлоке, где Бушина Прабху, там говорится, что Кришна, имя Кришны состоит из двух слогов — Криш и На. Криш значит тот, кто создает, поддерживает и разрушает Вселенную. Тот, кто Брахм-сваруп, тот, кто трансцендентен — это Кришна. Но когда этот Кришна во Враджа являет свою лилу, когда мама его покупает, если мама его не покупает, то он сам не покупается. Если отец не будет учить его ходить, то он сам не пойдет. Итак, Врадж — это место, где Кришна оставляет свое настроение Господа, свое настроение Ашвари, и он тогда становится Кришна. Я слышал в лекции Гурудева, что однажды Брахман пришел во Врадж, и во Врадж он прославляет Кришну, Брама Самхита и Говинда Ади Пурушам, там Бахаму Аджами. Брама склоняет свои четыре головы к стопам Кришны, и он говорит: «Ахо Бхагьям, Ахо Бхагьям». Почему он два раза повторяет «Ахо Бхагьям, Ахо Бхагьям»? Это он оговорился или ошибка? Или Кришна, может быть, не расслышал первый раз, поэтому он второй раз говорит? Почему он говорит два раза «Ахо Бхагьям, Ахо Бхагьям»? «Ахо Бхагьям» — это значит, это возглас удивления. «Ахо Бхагьям» — это он пытается выразить свое удивление. А оно настолько у него сильное, что он два раза повторяет «Ахо Бхагьям, Ахо Бхагьям». Как так? Кришна ползает,
во дворе Нанды Махараджи, как беспомощный маленький ребенок. Что же делал в прошлой жизни Нанда Махарадж, чтобы добиться такого положения, чтобы сам Верховный Господь ползал в его дворе в образе маленького ребенка, маленького мальчика? Первый Ахобагьям, он поднял руки к небесам, а второй Ахобагьям, он склонил все свои четыре головы к стопам Кришны. И он говорит: «Кришна, ты настолько удачлив, что у тебя есть такие вриджевайсы, что они тебя так сильно любят, что даже ты не можешь в ответ любить их с такой же силой. Какой же ты удачливый, что у тебя есть вриджевайсы?» Ахобагьям, Ахобагьям, Мандагу Пахачакасам. Кришна говорит: «Веды прославляют меня непрерывно, но они не так меня радуют, как тогда, когда гопи ругают меня, на чем свет стоит. Когда гопи ругают меня, я чувствую необычайную радость. И она, и ругань гопи приносит мне намного больше счастья, в миллион раз больше счастья, чем прославление, чем прославление Шрути. Однажды Кришна отправился пасти коров, и он устал. Он устал и присел отдохнуть. Кришна, который погружается в йога-нидру на 4 месяца Чатурмаси, не может заснуть. Когда Кришна явился в темнице Камсы, перед Эвоки Васудевой, он описывал их прошлую жизнь. Тот же Кришна, который произнес 700 шлок Бхагавад-гиты, Кришна знает все. Но он спрашивает свою маму. Почему? Потому что он любит ее. Мама, мама, расскажи мне какую-нибудь харикатху. Расскажи мне какую-нибудь харикатху, чтобы я услышал. То есть тот Кришна, который на 4 месяца уходит в сон, он не может уснуть без сказки мамы Яшоды. И мама Яшода начинает рассказывать ему сказку. Однажды, много лет назад, жил такой мальчик Прохлад. У него был отец-демон Хираньякашипу. И однажды отец спросил. Однажды его отец спросил: «Ну и где же твой Бхагаван?» И тогда Прохлад Махарадж сказал: «А везде. Он повсюду». И тогда Хираньякашипу спросил: «И в этой колонии?» И Прохлад Махарадж сказал: «Да». И тогда Хираньякашипу от злости разбил эту колонну. И тогда Нарасимха Бхагаван проявился. И вот это... И вот мама Яшода рассказывала эту историю Кришне, и тогда Кришна засмеялся. Мама спросила: «А что ты смеешься?» И Кришна сказал: «Ну ты рассказываешь сейчас мою историю». Мама говорит: «Как это твою историю? Это история Нарасимхи». Кришна говорит: «Нет, моя». И, ну, мама подумала, что ребенок, он шутит, несмышленный. И Кришна говорит: «Давай еще какую-нибудь историю». И мама Яшода говорит: «Однажды жил царь Дашаратха, у него было три жены и четыре сына, и одного из них звали Рам». И Кришна закрывает глаза и говорит: «Да, да, так оно и было». И тогда мама продолжает: «Однажды Рама женился на прекрасной Сите». А потом десятиголовый Равана украл Ситу. И тогда Кришна подпрыгнул на кровати и закричал: «Лакшман, Лакшман, где мой лук? Я проучу Равана». И тогда мама Яшода посмотрела на Кришну и говорит: «О, ты теперь Рамой стал?» И Кришна говорит: «Да, это моя история, это же моя история. Я был Рамачандра в прошлой жизни». Тогда мама Яшода. И Кришна кричал: «Лакшман, Лакшман, где мой лук?» И тогда Баладев Прабху приходит из соседней комнаты. Мата Яшода говорит: «Да, я ему Нарасимхи-катху рассказываю.
राम की कथा सुनाती हूँ तो ये कह रहा है कि अब यही राम है। बलदेव गवारी कह रहे हैं ये राम है तो आप मान क्यों नहीं लेती। Мама, ты пытаешься Кришну усыпить, он все больше и больше перевозбуждается. И тогда мама Ишода, она смотрит на Баладева и говорит, почему же он тогда говорит, что он Нрисимхадев, Рама. И тогда Баладев сказал, потому что он действительно... потому что он Вишну, а я Нанташеш. Мама Ишода подумала, о, Господи, у меня дети придумщики. Она схватилась за голову и говорит, вот, мой дом, обитель всех реинкарнаций Господа. И мама начала что-то искать. Баладев спрашивает, мама, что ты ищешь? Мама говорит, да вот хочу прогнать все реинкарнации Господа из моего дома. Мама Ишода хотела и Кришну, и Баладева проучить. И однажды мама Ишода была не дома, и тогда Баладев подумал, я старше. Кришна зачерпнул зерен из горшочка, чтобы обменять их на фрукты, и пока он нес, то там осталось всего два зернышка. И тогда Кришна сказал торговке фруктов, вот возьмите два зернышка, а ты мне дай фруктов. Лакшми, который всегда массажирует стопы Кришны. То есть торговка фруктами, она получила всего два зернышка от Кришны и испытала огромное счастье. Лакшми массажирует стопы, столько счастья не получает. И огромная удача в Раджавасе, что Парабрахман, Кришна живет вместе с ними. Так же, как когда мы приходим к кому-то домой, кому-то в гости приходим, и они показывают свой дом. Вот тут у меня алтарь, тут у меня спальня, тут зал. Также и Гурудев. Он показывает нам Дхаму. Говорит, вот здесь Кришна являл такие свои лилы, тут вот такие шилы. Прабхупананда Сарасвати Прабхупад. Ой, Шрила Прабхупананда Сарасвати в одной шлоке говорит, он в этой шлоке говорит, я хочу быть в Раджавасе. Но я такой лицемерный, я такой падший. Господь, но ты такой милостивый, что ты внемлешь моей лицемерной молитве и все же даешь мне прибежище. Поэтому я кланяюсь в Раджадхаме и прошу, чтобы я не делал, я прошу, чтобы ты дал мне прибежище в Радже. Пожалуйста, Господь, я знаю, что ты Бхакта Ватсалия. Не смотри, пожалуйста, на мои недостатки. Посмотри хотя бы на крошечку той привязанности, которая есть во мне. Так. Сейчас начал говорить Саджай Прабху. Шрила Рупа Госвами, жил вместе с Харидас Такуром в Ситха Бакуле и писал свои произведения.
А Махапрабху всегда приходил к Харидас Такурам, потому что Харидас Такурам не мог зайти в храм Джаганатхи, так как он был млечный. Рупа Госвами, он родился в возвышенной брахманической семье, но из-за того, что он состоял на службе у мусульманского царя, он считал, что он осквернился из-за этого, и он также не имеет права входить в храм Джаганатхи. И он также туда не ходил. И вот эти два как бы изгоя, в кавычках, они жили вместе в Ситхабакуле. И однажды Махапрабху вместе со своими преданными, они пришли в Ситхабакулу, и Махапрабху тогда взял. И тогда Махапрабху нашел пальмовый листок, на котором Рупа Госвами записал шлоку. Во-первых, Махапрабху, он сразу начал прославлять славу Рупы Госвами. Он говорил: «Только ты понимаешь меня». Он зачитал эту шлоку, прославляющую Наму, Тунда Тандави. Махапрабху был очень доволен этой шлоке. И потом Махапрабху ушел. И на следующий день Махапрабху собрал всех своих ближайших спутников, Сварупу Дамодара, Рай Рамананду. И пока он по дороге, пока они шли до места, где жили Харидас Такур и Рупа Госвами, Махапрабху всю дорогу прославлял Рупу Госвами, рассказывал о славе Рупы Госвами. И они пришли, Махапрабху со своими спутниками сидели на возвышении, а Харидас Такур и Рупа Госвами, они были очень смиренные, сидели ниже. Тогда Рай Рамананда спросил: «О, Рупа Госвами, что ты пишешь? На чем ты сейчас работаешь?» Прочитай мне Мангала Чирану к своему произведению, вступление. Рупа Госвами, он из-за стеснения, из-за своего смирения, он не хотел зачитывать. Махапрабху сказал: «Я знаю, что ты прекрасный поэт. Почему ты стесняешься? Почему ты не говоришь? Рай Рамананда спрашивает тебя, что ты написал. Я знаю, что ты отличный поэт. Ну-ка, расскажи. Не стесняйся. Скажи, почему ты стесняешься?» Шрила Прабхупада говорит, что если Кришна Киртан не сильный, то мы... если мы совершаем не Кришна Киртан, то мы совершаем Майя Киртан. Если мы не говорим о Кришне, то мы прославляем Майю. И Сарасвати Прабхупада говорил, что «я хочу делать гуру». И когда Сарасвати Прабхупада первый раз увидел Горкишору Даса Бабаджи Махараджа, он увидел его бавы, увидел, как он в разлуке взывает: «О, рады, рады! Катхай гопримамое, рады, рады!» И Гурудев говорит: «Разве Горкишор говорил какие-то веды или пураны?» Нет, он никогда не рассказывал такую катху. Он только показывал ему свои бабы. Он манджари, Наяна Мани Манджари. Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, он Наяна Мани Манджари. И он обладатель чистой Шуда Сарасвати, чистого знания. И Сарасвати Прабхупад просто взглянул на Горкишору Даса Бабаджи Махараджа, и сердце его переполнилось преданностью Горкишору Даса Бабаджи Махараджу. «Я точно приму прибежище у этой великой личности».
प्रभुपाद जी अन्वेषण कर रहे थे वो वस्तु उनको कहाँ मिलेगी, वो बाबा जी महाराज को देखते देखकर झट करके पहचान गए इनके चरणों में मिलेगी। Прабхупада, он смотрел вглубь личности, в сердце. Он смог распознать чистую преданность. И после того, как он принял его как своего гуру, Шрила Прабхупада, когда представлял своего гуру, он говорил, что я до того, как принял Гурудева, думал, что я приму Гурудева только того, кто совершает 24 часа в сутки поклонение Кришне. Если кто-то совершает 23 часа и 59 минут поклонения Кришне, всего лишь одну минуту не совершает, такого я не приму. Если хотя бы одну минуту в день личность привязана к Майе, то я не приму такую личность, как гуру. Но тот, кто 24 часа совершает свой киртан, вот это настоящий гуру. Только от такого преданного я хочу принять посвящение. Вот. И когда я встретил гуру Кишордас Бабаджи Махараджа, я понял, что это проявление киртана, это воплощение киртана. Если наш язык не занят 24 часа в киртане, если наши уши не связаны с Кришна-киртаном, то это пустое место заполнится майей. Поэтому, если у нас нет непрерывности шраванам и киртанам, то мы автоматически погружаемся в майю. Есть 5 видов киртана. Завтра я об этой теме продолжу, как нама, рупа, гуна, лила проявляются на языке. Как они проявляются на языке и становятся сильными. И тогда эта джива обретает огромную удачу. Если мы не общаемся со Шраваном и Киртаном, наши чувства точно будут привлекаться чем-то другим. Нашим чувствам всегда нужен какой-то объект. Поэтому свои органы чувств всегда нужно занимать Шраваном и Киртаном. Потому что им нужно чем-то заниматься. Нужно питаться не только ртом, но и также всеми 5 своими чувствами. Но питаться чем? Не едой, а Кришна-катхой. Говорить и слушать. Итак, Прабхупада дает нам эти наставления, которые очень важны для садхаков. Гаур Примананде. Ну, я так понимаю, у нас уже время арати подходит, поэтому мы завершаем нашу трансляцию. Хари Кришна, дорогие преданные, сейчас в новом эфире мы начнем трансляцию Гоура Арати из рук Санатана Гаудия Матха. Рады, рады.